Слободейский ритмик данс едет на международный фестиваль искусств «Солнечная Олимпия». Он пройдет в болгарском Кранево. Сегодня генеральная репетиция. Наши артисты везут на фестиваль 10 танцев. Мы, конечно, готовимся изо всех сил, мы настраиваемся по-боевому, потому что мы уже были участниками таких фестивалей, где приезжают именно и оценивают именно творчество как отдельной страны. Мы должны представить свою культуру, как говорится, на самом высшем уровне. Конечно, мы везем молдавские танцы, и не один. У нас в репертуаре их несколько. Мы хотим показать один из наших ярких болгарских номеров именно на этом фестивале. Ну, кроме того, едут украинские танцы, едет цыганский танец, и также мы представляем и современную программу. Первое выступление наших танцоров в Болгарии уже 24 августа, а сам фестиваль продлится 3 дня.